Вы когда-нибудь слышали о буррата? До знакомства с этим рецептом, что это такое, я даже не предполагала. Оказывается, это итальянский сыр, который относится к семейству моцарелла, но имеет свой вкус. Давайте вместе узнаем, как приготовить пиццу буррата, где главной фишкой будет сливочный сыр. Он отлично сочетается с томатным пряным соусом, который мы сварим сами. Тесто для основы выбирайте любое, здесь выпечка сделана на готовой дрожжевой лепешке. Конечно же, не обойдемся без чеснока и базилика. 1. Лук измельчите вместе с чесноком. Помидоры нарежьте кубиками. Сыр разотрите вилкой. 2. Теперь сделайте соус. В сотейнике разогрейте масло. Обжарьте в нем в течение первой минуты измельченный лук с чесноком. Затем добавьте помидоры. Готовьте на среднем огне еще 2 минуты. Далее влейте пасту и воду, всыпьте перец и соль. Доведите соус до кипения и варите 2,5 минуты, помешивая. 3. В это же время запекайте лепешки в духовке при 230 градусах в течение 4 минут. 4. Затем лепешки смажьте томатным соусом. Разложите порциями сыр. Запекайте лепешки с начинкой еще 5 минут. 5. Подавайте пиццу с соусом песто. Приятного аппетита!